Друзья, всем привет! Здравствуйте! Выбрались мы с Юрьевной в одно местечко, давно хотели сюда съездить, но никак не получалось. Загородный домик, здесь есть баня, домик для отдыха, зона барбекю. Сейчас вам все покажем, расскажем. С погодой нам, как всегда, везет. Идет дождь. Все нормально. Главный банщик у нас Наталья Юрьевна. Да, собственной персоной. Занимается вениками. Запарили венички. Еще не запарили. Замочили. Замочили. Ребят, вот такой вот домик. Чуть побольше, чем мы стояли в прошлый раз. Да, кондиционер, теплые полы, есть телевизор, есть холодильник, два дивана, оба раздвигаются. Окно сейчас мы закроем. Да. Кухня. Вот тут есть все, сахар, соль. Мы еще с собой все привезли. Посуда, тапки, тряпки. Доски разделочные, плита даже электрическая есть. Тарелки. Туалетные бумаги, ну в общем все тут. Упаковано. Все хорошо, все упаковано. Ножи, вилки. То есть все приборы есть. Мусорное ведро, все средства есть для мытья посуды. И в этом шкафчике что у вас? Красота. Беленькая посуда. Зубная паста, если кто забыл. Зубочистки Юрьевна любит. Даже. Аптечка есть. Блин, огонь. Классно. Душевая. Небольшая, но нормальная. Вот эти стены, они нам сказали с обогревом. Водичка бежит. Кабинет. Туалет, уборная, санузел, кому как нравится. Водонагреватель, унитаз. Ну, все, класс. За удавшийся отдых. Чтобы он удался, чтобы баня была с мясом, чтобы все было нормально. Ваше здоровье. Ты сейчас что будешь делать? Помидоры. Чтобы они замариновались. Сейчас вам покажем рецепт. Один рецептик помидор. Юрина исполнила. Под беленькую вообще огонь. Идет дождь. Погода наша. А хорошо. Готовить и смотреть в окошко. Красота. Вот
ингредиенты. Помидоры, чеснок, соль. Все. Открываем и в дырочки засовываем наш чесночок. И соли на глаз. На левый или на правый? На кому как удобно. У кого какой глаз лучше видит? И мариноваться они должны 2 часа. Ну, это минимум 2 часа. Минимум 2 часа. Лучше часа 4-5. Нет. А сколько? 6? Готовишь с вечера, ставишь в холодильник. Если гости приходят в обед, то все, помидоры уже готовы. Да. Готовишь с вечера, если гости приходят в обед? Если гости приходят вечером, тогда лучше сделать их утром. Вот так вот. Ждем. Все есть, все приправы. Суп гороховый даже. Вот. Если кто-то оголодал очень сильно, там с собой забыл шашлык, суп гороховый, ребят. Мы его на плоту, кстати, варили. Класс. Быстродействующие дрожжи. Все можно есть. Пироги печь. Не, ребята вообще красавцы, блин, огонь. Все есть. Сейчас я вам покажу, как тут работает музыкальное сопровождение. Вот есть 2 таких тумблера. Интим. Так, но он работает только при выключенном свете. Вот, а это вот внутри. О, теперь хорошо. Это на улице свет горел. А, понятно. Прикинь, когда тепло, ну вообще тепло, и вот так вот, блин, да класс. Конечно, на таракашки всякие. Все условия. Мне очень нравится. Дойдем с этой стороны. Тут мы не знаем, что кондиционер. И тут у нас живут 2 кролика, вот они. Вот они, два друга. Мы их попозднее покормим. Да, ребятки. Идем проверять баню. Раздеваемся. О, уже чувствуется, поднагрелась. Соточка есть, еще на подъем будет нормально. Все, сейчас переодеваемся, идем в баню. Друзья, пришло время бани. Да. Мы нарядились. Дождь идет. Закрываем. Блин. Шагаем в баню. Где? С едой. Да, и с кружками, с пивом, все как положено. Вперед, команда. О. Хорошо. Так, что там у нас? У нас 110. Надо, чтобы было по это. На стены побрызгать сейчас. Побрызгаем.
Так-то надо вообще-то ополоснуться холодной водой. Ну, водой ополоснуться, а потом идти в баню. Влажно. Дадим. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Горячая, зараза. Все, пока хватит. Если нам эки уберем. Ну, тут похолоднее. Хорошо. Ну что ты, тебя попарить? Пока рано. Ты чё, какой парить? Сейчас все раскроется. Ребят, запоминайте, раскроется сначала все. Потом закроется. Потом сходим посидим немножко. Потом посидим. Потом еще зайдем. Еще зайдем. Потом сбегаем. Сбегаем. Потом придем, потом можно будет попариться, они еще не готовы. Поджаривают так. Крылышки поджаривают. Первый раз нельзя сразу заходить. Надо же это организму, чтобы адаптировался. Находится все это дело недалеко от города. Ну, буквально по Советскому тракту, если ехать, то километров, наверное, 10-12. Вот. Телефончик, по которому можно забронировать, вы сейчас видите на своих экранах. Вот здесь приезжает девушка, заселяет, все показывает, рассказывает. Юлия зовут. Вот. А так все вообще чудесно. Юрьевна сейчас даже нашла, если вдруг у кого у женщин будет нежданчик. Ну что? Там даже есть прокладки. Представляете? То есть ребята вообще все предусмотрели. От, как говорится, от гондона до батона все есть. Презервативов я там не видела. Презервативы с собой везите. Дети, о, дети. Люди за демографию. За демографию. Здесь за демографию, ребята. Все, поэтому. Не, вообще все классно. Посуда вся есть, мангал. Его, конечно, мы поближе к дому, но все равно классно. Машина заезжает на территорию. Все, мы тут закрываешься на щеколду и полный вперед. Сейчас буду Юрьевну хлестать. Угу. С любовью, пожалуйста. С любовью. А не во месть. С любовью из России. Класс? Ага. Класс. Класс. Все, ребят, базовая процедура закончена. Всем спасибо. Так, я выключаю все. Сейчас немножко посидим, остынем. И пойдем в мангальчик. Пожарим мясо. Я почему из головы-то вышла на меня? Сырая. Даже окошечко, наверное, открою. Да. Дышать нечем. Ух, красота. Это вещь. Не зря же люди ездят. То есть теперь я понимаю, почему они все время здесь заняты. Обратно с этой тарелкой. Вы посмотрите, как здесь красиво.
идем разводить огонь, мангал. Сейчас мясо. Переоденемся. Переоденемся, помоемся, в душ сходим и идем разжигать мангал. Мясо на косточке. Я говорил Юрьевне, давай больше возьмем. Говорит, нет, два кусочка хватит. Хватит. Ну, хватит, так хватит. Так, перчики готовы. Чпонь. Пожарили мы мясо, сходили в баню. Да, отдохнули, попарились, намылись. Юрьевна приготовила тут закуску. Кайф получили. Лавашик, помидоры вот эти, которые Юрьевна мариновала. Тут какой-то салатик у нее. Это не салатик, это овощи, которые мы готовили недавно на мангале. А, овощи на мангале? Конечно. Расскажи, они как-то конечно порезаны? Нет, очищена шкурка и все мелко покрошено. Немножко майонеза, соли и чуть-чуть соуса добавила. Кинза, петрушка, укроп, чеснок, помидоры, баклажаны и перец сладкий. Все. Выбрались. Предлагал Наташе взять побольше, по два кусочка. Она говорит, нет. Наедимся. Но не по одному хватит. Что-то сомневаюсь я. Ну, посмотрим. С этого боку кинза, Дин. Да, хорошо. Пробуем кинза. Помидорки, которые Юрьевна сегодня мариновала. Мариновала во сколько я? Перед баней. То есть это было, давай в 3 часа. Времени у нас 9. Прошло 6 часов. Наверное, самое то. Обязательно попробуйте. 6 часов это вообще супер. Соль, чеснок, вот это все впитано в помидор. Ну, не передать. Вы видели, как все это делается? Обязательно попробуйте. Вообще огонь. Особенно, конечно, не под коньяк, вот под беленькую она идет. Зуб даю. Под мясо тоже хорошо. Вообще супер. Эта муха из бани с нами прилетела, она с нами парилась. Да. Ребят, не обращайте внимания, она нормально все, она с нами из бани. Домашнее животное. По ценам. Обещала рассказать по ценам. Сейчас скажу. Какой тут прескурант. Скажи. Очень вкусно. Давайте мы сейчас выпьем еще. Где? 5 сек. 5 сек.
Очень вкусно. Да, опять какая-то дотюрированная новиночка. Значит, по ценам, ребят, ваше здоровье, будьте здоровы. Всем мирного неба над головой и благополучия. По ценам. Будний день. Домик без бани. Ну, с понедельника по четверг. 3000 рублей. Комплекс у них есть еще. Домик плюс баня. 4,5. Это в будние дни. Выходные. Пятница, суббота, воскресенье. Сдается только комплексом. То есть баня плюс домик. Ценник 5000 рублей. То есть, да. Стоимость указана при заселении вдвоем. То есть каждый следующий гость, если вот мы приехали бы еще, двоих человек бы взяли с собой, то есть 500 рублей плюсом. Вот. Заезд в 14, выезд в 12. Но тут единственная строгая оговорочка, что строго без животных. Телефончик вы сейчас видите на своих экранах. Звоните, бронируйте, я не знаю, ну супер. Есть, повторюсь, группа ВКонтакте, в Инстаграме. Все ссылки будут в описании. Столик немножко маловат. Да. Вот именно вот. Это просто у нас много тарелок. Да. Так-то вот, пожалуйста, выйдите на улицу. Да, есть большой стол. Ну, видели. Я тут снимал уже все. Есть летняя беседка, пожалуйста. Есть стол здесь на выходе из домика. Сейчас просто прохладно, поэтому мы решили тут в домике посидеть.